можно ли проводить раскрещивание с помощью предметов? Купил человек кулон, носит его на себе и постепенно раскрещивается. Этот вопрос частично для меня и частично для Елены, как для человека, который непосредственно раскрещиванием занимается. Если вы переходите в другую духовную традицию, например, знаю, буддизм, в дзен, там, суфизм, ну, например, либо в коренную славянскую традицию, да, ведизм, да, то есть вас потихонечку будут раскрещивать. Вообще, когда вы ходите в традицию, священник при этой традиции, маг, да, то есть первое, что должен сделать, отключить вас от старой традиции, если она несет демонические корни. То есть традиции, которые друг с другом не могут сочетаться, которые не являются родственными. Если вы вступаете в эту традицию посредством чтения книг, посредством практики мировоззрения в этой традиции, ношением атрибутов, то есть этот процесс тоже запускается. Но с какой он будет идти силой, с какой скоростью? Ну, я думаю, что не очень большой. То есть и если проблема большая, то вы очень долго будете все это снимать и отключать от себя. То есть а пока вы снимаете и отключаете, то есть вы как машина, у которой частично заблокированы колеса. Ну, я не знаю, для автомобилистов, вы постоянно ездите с включенным ручным тормозом. Можно такую вещь сделать, например, вы ее надеваете и носите, и действительно получаете постепенное раскрещивание. Но эту вещь должен изготавливать маг, и у мага должна быть репутация и многолетняя практика. Например, он знает, что человек, который будет носить этот кулон, он будет раскрещен там за такое-то время и готов сам себе, не вам, сам себе лично сказать, что он за это ручается.